Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего 7 сезона с модом на покемонов. И сегодня, ребята, вместе с вами мы заспавним нового легендарного покемона, сразимся с командой R, попробуем прокачать наших покемонов и найти других покемонов, найти легенду еще, ай-яй-яй-яй, как много всего. Надежный и проверенный сайт chipcase.ru, где ты можешь выиграть любую твою любимую игру за самую минимальную сумму. Заходи, выигрывай, ссылочка будет в описании. Ну, ребята, знаете, просто потрясающе, как хорошо знаете, что вам нужно делать. Ребята, буду очень сильно рад, если вы мне прибавите большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию. Чем больше лайков мы наберем на вот этой серии по Пиксельмону, тем быстрее выйдет новая серия с покемонами, тем она будет дольше, и, как я сказал, тем быстрее она выйдет. Поэтому не поленитесь, поставьте лайк, ребята, мне также будет очень сильно приятно. И напишите в комментарии, хотите ли вы новую серию с покемонами или нет. Но дождик, ребята, сейчас мне не очень хочется, вообще мне дождика сейчас не хочется, поэтому, ребята, мы будем продолжать. Ох, давненько не было Пиксельмона, поэтому, ребята, я просто офигеть, как надеюсь, то, что вы рады новой серии с покемонами. Потому что, как я уже сказал, сегодня у нас будет новый легендарный покемон. И Чимчар. Ребята, Чимчар. У нас что, реально, до сих пор не было Чимчара? Как видите, Чимчар 12 уровень, и тут нету вот такой такого покебольчика маленького, где показывает то, что мы уже тогда-то ловили вот этого покемона. И, ребята, мы его словили с первого же покебола, зашибись. Плюс один покемон сразу на начале серии. Что может быть круче? Что может быть круче? Новая легенда, конечно, может быть круче. Но знаете, что меня сейчас интересует? Где я просеял свой... Где я просеял свой бэкпак? Да, это в первую очередь меня очень сильно интересует. И во вторую, будет ли у нас столько ресурсов, чтобы пойти и купить себе новый мастербол? О, новые сундучки. Ну, в смысле, сундучки под Новый год, ребята, да? Будет ли у нас столько ресурсов, чтобы мы смогли купить себе... Да, ну вы поняли что, новый мастербол. Сейчас, ребята, нужно реально будет пойти Team Rocket и посмотреть, потому что если в этой серии мы будем спамнить, как я уже сказал, Артикуно, то, ребята, нам нужно купить себе новый мастербол. А он, как и знаете, дорогущий, потому что эта засранка элитная продавщица подняла его цену в 2 раза. Да, ну что, ребята, поехали. Сколько у нас тут будет? У нас тут будет 11. Тут у нас будет сколько? Не скажу, что прям очень много, но стак, даже стака не будет. Даже не будет стака. Что-то мне кажется, ребята, то, что нам сейчас нужно будет отправляться в поиски за... Или нет, или да. Ну вот смотрите, нам не хватает, в принципе, мне кажется, если мы сейчас возьмем еще один стак, да. Ну, мы уже потратили, если честно, просто дофигища сколько железа. Железо нам пригодится на создание покеболов. Поэтому, ребята, у меня для вас есть такая... Не пясь на меня, зараза. Мы сейчас пойдем и постараемся найти лаки-блоки. И постараемся выбить с этих лаки-блоков что-то, да, полезненькое. И учитывайте, ребята, то, что чем больше мы будем путешествовать, тем больше у нас шанса заспавнить какого-то редкого покемошку. Кстати, может, у нас тут будет какая-то еще больше пустыня. Давайте пойдем сюда. 1075, минус 20, минус 20. Вот сюда. Идеальные координаты. Просто идеальные. А, выпусти, зараза. Вот. Идеальные координаты. Я надеюсь, что тут будет очень-очень большая пустыня, но... Наверное, не будет никакой пустыни. Никакой пустыни не будет. Как я уже понял, давайте, ребята, полетим. В какую сторону? А, да, вот в ту сторону. Нам нужно в этой серии найти как можно больше... Сокровищ, да. То есть, если прямо горит, нам нужны просто офигеть как много алмазов, изумрудов и много остального, да, много остального. Это нам очень нужно, чтобы продать потом за монетки и купить себе мастербол, потому что, ребята, нам прям чуть-чуть не хватает на новый мастербол. А тратить еще больше железа, золота я не хочу. Кстати, я уже тут был? Мне кажется, я уже тут был. Вот просто, я уверен, на 1000000%, поэтому даже не буду про... Хотя, можно проверить. Да, я уже тут был. Я видел, ребята, что тут бегает Шайни Чимчар, но он нам нафиг не сдался, потому что у нас уже есть один. Давайте, ребята, будем искать какое-то другое место. Нам нужно именно пустыня, потому что в пустыне легче всего находить лаки-блоки. Их там, в принципе, очень просто заметить. Ох ты же, офигеть!
Офигеть, какая тут пустыня большущая. Это просто жесть. Ребят, это просто жесть. Но я туда отправляться не хочу. Вот может тут что-то... Не-не-не-не. Может вот тут что-то будет. Допустим, если мы отправимся вот сюда, да. 1964, 75, 1877. Пожалуйста, пожалуйста, я хочу пустыньку. Я хочу большую пустыню. Пустыня большая. Поехали, ребята, поехали. В какую сторону мы будем лететь? Да, вот, правильно, вот в ту. Сейчас, нет, мне показалось, это покебол, но это не покебол. Ну, покелу-то я имею в виду. Так, давай, давай, пустынечка. Лаки-блоки, давай, лаки-блоки на каждом шагу. Ребята, давайте держим кулачки, потому что мне реально нужны офигеть как много лаки-блоков. Так, это что тут за эбересты появляются? Большущие. Но в этой серии я, ребята, просто вам гарантирую то, что мы заспавним Артикуна. Вот до конца серии я должен это сделать, неважно, смогу ли я найти лаки-блоки или нет. Если не смогу, то тогда продам, к сожалению, все свои залежи железа и буду вообще без железа в доме. Не смогу даже покеболы крафтить, вообще ноль железа будет. Поэтому, ребята, нужно искать лаки-блоки. Я надеюсь... Так. Я, конечно, уверен, то, что тут нифигашеньки не будет. Просто нифигашеньки тут не будет. Но проверить можно, проверить можно. Так. Опа. Опа. Это ломаем. Так. Ну... да. Но... Ребят, вы, в принципе, сами видели, как мне много всего выпало, да? Просто офигеть, как много всего выпало. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой! Случайно, случайно. Это было случайно, ребят, это было случайно. Так, давайте. Опа, 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 опа. Выбираемся, да? Это выкидываем нафиг, все. Зашибись. Так. Подскажите, 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 как мне отсюда выбраться? Как мне выбраться отсюда? Вот так. Так, ребята, нам нужно выдвигаться дальше. Давайте. Ну, Ктавл, давай, давай. А небеса, давай, давай. Вот сюда. Опаки, опаки. Так, это еще кто такой? Так, я даже не... Это Магби. Это Магби. Это первая эволюция Магмара. Это его первая эволюция. Так, словили еще даже успеем сейчас. На ком у меня? Давай, давай, Эмполиоша. Давай, давай, миленький мой. Давай, 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 Аква. Давай, Бабл. Давай, миленький, давай, 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 справляйся, давай. Да ты ёханый ты бабай. Так, ну кто вот, давай, давай, тейкдаун. Ну да, справился, дебил. Вот дебил, согласны, ребята? Вот дебил. Так, давай хотя бы не ты, а? Вот, зашибись, молодец, молодец, кнук. Так, вот так, нормально. Фу, справились, ребята, справились. Очень даже справились, нифига себе, у нас есть реально сейчас Магби. Я, если честно, офигел, потому что Магби, по идее, не справится. Вот, кстати, лаки-блок. Конечно, не счастливый лаки-блок, а такой себе, да? То есть он не справится в какой-то беленькой хижине, да? Опа! Так, ребята, сейчас дождь как раз начался прям идеально. Ребята, это то, что нам нужно. Это то, что нам было нужно. Почему? Потому что... А вот с этого... Дайте я выключу уже наконец эту погоду. С этого колодца у нас есть три варианта. Или нам выпадет дофигище картошки, картофанчика. Что, в принципе, неплохо, но... Еды нам сейчас не нужно вообще. Еда нам сейчас не нужна. Выпадет или просто дофигище ресурсов полезных. Алмазы, изумруды и бла-бла-бла-бла-бла. То, что мы сможем купить себе еще один мастербол. Или выпадет куча TNT и взорвет нам задницу. Вы готовы, ребята? Давайте. Раз, два, три. Да, да. Как видите, вы видите, как рвануло? Вы видите, ребята, как рвануло? Очень мне повезло. Прям очень мне повезло. Ладно. Ладно, сэнд. Нам не нужен сэнд. Нам нужно как-то забраться вот сюда. Я хочу хотя бы железо забрать. Хотя бы мое железо забрать. Вот, давайте. Мы еще, кстати, три блока железа тупо взорвали. Ну, хотя...
принципе, небольшую часть нашего плана мы выполнили, ребята. Все железо мы добыли. Там еще есть, но туда я не хочу отправляться. Немного железа мы, конечно, ребята, добыли. Смотрите, у нас стак есть, да? Хоть нам не повезло с этим лаки блоком, но зато железо мы и так там нашли. Поэтому не скажу, что плохо, да? Не скажу, что плохо. Прикольно. Вот это прикольный лаки блок. Это прикольный. Так, давайте, ребята, будем отправляться дальше. Уа! Уа! Опа, опа, боссики, карабосики, у нас тут всякие боссики, боссики. Так, давай, 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 эмпулёша, давай, начисти ему задницу, давай, опа. Прям с одного удара, о, раркейди, зашибись. Так, тут больше ничего нету, да. Ах ты ж, зараза, кто там яму-то вырил? Так, давай, 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 ну, хтал, давай, потопали, потопали. Сейчас, ребята, мы отправимся на пылесосов. Пылесос, это вообще пылесосы нам, ууу, как нужны. Кстати, ага, ну тут мы уже были, да, поэтому давайте отправимся в эту сторону, пока еще не слишком потемнело. Может, мы сможем найти еще хотя бы парочку лаки-блок. Да, я, конечно, сам себе вру, но все же надеюсь, что мы сможем что-то найти. Да, очень надеюсь. О, кстати. Ну, в принципе, это глиняный биом, который нам не нужен, потому что мы уже там нашли все, что нам было нужно. Но там также спавнится очень много лаки-блоков. Вот в глиняном биоме тоже очень много лаки-блоков спавнится. И если повезет, то мы там тоже сможем что-то найти. Но ночью, как бы, ребят, вы понимаете, вот то, что ночью не очень хорошо летать, потому что я ни черта не вижу. Ни черта не вижу, что происходит, куда я лечу и где тут вообще есть лаки-блоки. Опа. Вот, зато шайни заметил, который нам не нужен, потому что он у нас уже давным-давно есть. Ой, шайни проклятые! Лучше бы нам какого-то другого покемона дали, чем вот этого шайни Гравелера, или как он там называется. Он у нас уже есть. Не нужно нам. Не нужно. И эта челка меня уже бесит. Ёханый баба, мне нужно постричься, у меня уже сейчас все лицо зарастет, так я ничего не буду видеть. А жопа слишком ленивая, чтобы пойти стричься. Понимаете, да, о чем я? Есть у вас тоже такая проблема, да? Так. Ребята, вот... А! Лаки-блок, не подведи. Нам нужно офигеть сколько алмазов, офигеть сколько изумрудов. Только не подсрачников, только не подсрачников. Я ж говорил, не подсрачников, я ж говорил, только не подсрачники. Ай! Фу. Убежал? Ага, думали... Тихо, ладно. Ладно, отправимся туда в следующий раз. В следующий раз. Сейчас нам нужно отправиться, ребята, в зимний биом и поохотиться на пылесосов. Да. Пылесосы. Крутые покемоны. Не знаю, почему пылесос реально мне нравится. Вот как их там зовут, пылесосы, да. Вот, первый пылесосик, первый. Так, и мы будем прокачивать Эмпулеона, да? Конечно же, да. Так, пылесосик. Иди сюда. Иди сюда, пылесос. Так, сейчас. Ну, думай ты, ёханый бабай, а. Только не веришь, что пиксельмон завис? Нет. Фу. Да, вот так, давай, вали его, давай. Опа, опа. Да, молодец, молодец. Так, опа, еще один пылесосик. Давайте вылечимся. Покехил. И давай. Нам нужно Эмпулеона докачать минимум к... Ну, ребята, к 60-му. Как-никак, к 60-му нам нужно его докачать миллион процентов. Миллион. И, в принципе, тогда он уже будет более-менее таким нормальным, сильным. И будет больше шанса победить команду R. Поэтому, смотрите, он уже 48... Нет, он... Да, 48-й. И мы параллельно качаем Ноктавла. Потому что у нас на Ноктавле одета шапочка XP-Share, которая делит опыт пополам. Поэтому, ребята... Нужно убивать как можно больше покемон для того, чтобы прокачивать как можно больше опыта и Эмполеону, и также Ноктавлу. Но мне кажется, давайте мы лучше снимем с Ноктавла шапочку, мне так кажется. Чтобы быстрее прокачать... О, боссик. Чтобы быстрее прокачать того же Эмполеона. Потому что, когда он будет 60-м... А, что там будет? Ой, а, ой. Поэтому, ребята, как нужно быстрее прокачивать Эмполеона. Иди сюда, паску. Иди сюда. Ну... А, ну ты нас заморозил, заразёныш. Ах ты, зараза. Все, все, все. Харе дрыхнуть, Эмпулеон. Харе. Да, ах, да, я вижу, ты очень сильно его бьешь, да? Да ты можешь его как-то... Жопа, ты, давай, Вулкарона, надери-ка ты ему задницу, пожалуйста. Пожалуйста. Да.
Как я вижу, Вулкарона тоже не прям очень сильная, да? Пожалуйста, давай, наконец-то ударь, убей ты уже этого сила. Давай, молодец, молодец. Так, еще и ультрапол выпал, нифига себе, ребята, нормально так. Так, смотрим, ребята, ищем глазами, ищем внимательно. Ой, как внимательно, нам нужно пылесосов, ой, как много. Так, я пока никого не вижу, только вот этого. А вот этого я смогу убить? Да, не скажу, что прям офигеть, как смогу его убить. Хотя, Earthquake нормально его даже так рубасит. Нормально, 49-й, да? Вот, там еще один пылесосик. Сейчас, ночку, ребята, мы тут потерпим. И пойдем дальше. А, ну, в смысле, почему потерпим? Как я уже сказал, сегодня у нас Артикуна будет 1000000%. Поэтому, ребята, у нас есть еще время. И, как видите, ребята, забыл вам сказать на начале то, что серия полчасовая. Это, в принципе, очень даже много. Поэтому, ребята, я еще раз вам скажу, повторю. Лепите большущий палец вверх на вот эту серию прямо сейчас, если хотите видеть новую серию Пиксельмона как можно быстрее. Йохан и Баба, Эмполеон, ты... Вот, я уже хотел на тебя материться. Я уже, Эмполеон, хотел ругаться. Что ты такой кривожопый? Давай, миленький, вали этого Кинг-Конга, Дивонга, или как он там, Кинг-Конга, давай, да, опа, потом еще раз, да, попади тут же, что же, смотрите, он меня бесит, ребята, вот, наконец-то, давай, 49-й, мы его должны докачать до 52-го, до 53-го этой ночью минимум, так, пылесос, я сказал, пылесос подошел, да что ж ты так не попадаешь, а? Иди сюда. Опа! Вот так. 48-й. Мы его убиваем с двух ударов. Давай. 50-й. Ребята, это круто просто. Так, я там видел еще пылесосики, да, были? Мы уже прокачали нашему Эмполеону 3 уровня. 2 или 3, что-то такое. В принципе, ребята, очень даже неплохо, если честно. Давай, еще одного Эмполеошу. Молодец. Еще одного пылесоса. Так, харе, дрюкай друг друга, я сейчас вас сам выдрючу. Идите сюда. Да, я понял. Ой, ребят, нам сейчас нужно ждать, пока... Че, реально? Че, Сил, ты че, реально выдрюкал пылесоса? Что-то я тебя недооценил, Сил. Так, иди сюда. Стой, я твою братишку старшего выдрюкаю сейчас, за то, что ты пылесоса убил. Давай. Да, молодец, еще разочек. Давай. О, молодец. Просто молодец. Никого я больше не вижу, если честно. Даже пылесосов как-то мало стало. Давненько я не играл в Пиксельмон, поэтому пылесосы как-то вообще обленились. Думаю, ай, Диса не заходит, не убивает нас. Зачем нам вообще спамиться? А, не, пылесосики миленькие. Так это не работает. Я так и так вас сейчас найду всех. Вот, молодец. Так, еще нужно как минимум 2 уровня. Как минимум. Поэтому пылесосики, давайте, спамьтесь, давайте. Ребята, ищите глазами, ищите, смотрите, где у нас пылесосики, потому что я ничего не вижу. Вот, Кинг-Конги. Будем их так сейчас вот называть. Кинг-Конги. Вот, Кинг-Конги. Идите сюда, Кинг-Конги. Вот, давайте, так. Хотя бы 51-й. Ну, как минимум. Как минимум, я сказал. Давай, еще разочек. Давай. Мы еще сегодня должны успеть и команду R победить. И Артикуна заспамнить. И еще офигеть сколько всего. Давай. Да ударь ты уже его наконец-то, ну ёханый ты бабай, вот наконец-то, спасибо. И тебя. Давай. О, еще разочек. О, еще разочек. О, зашибись. Так, ща, ой, да, иди сюда, мы тебя искали полчаса, ты не спамился, да? Иди-ка ты сюда, зараза. Опа, еще разочек, давай. Ух ты, нифига себе, меня шандарахнул. Так, зашибись, ребята. Сейчас у нас рассвет, мы, кстати, на рассвете можем пойти в мистическое место, где можно спамиться одна из 4 легенд. Ну, как бы одна из этих 4 легенд у нас уже есть, поэтому считается одна из 3. Сейчас пойдем. Тихо, не расцветай так быстро. Пошли. Где Sunflower Plains, вот. Вот. Давай, быстрее, полетели. Так. Нет, не Sunflower, какой нафиг Sunflower Plains? Flower Forest. Так, сюда, полетели. В какую сторону, я уже заблудился. В какую сторону? Вот в эту. Так,
Райкоум, Гроудон, Райквас, давай, давайте. Хоть у нас, конечно, нету мастербола, я не знаю, чем мы вас будем ловить, но давайте вы будете спамиться, и все будет отлично, да? Вы спамитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, кстати, тут мы можем куда-то полить. О, тут у нас еще не открытая пустыня. А я искал пустыню, думал, где она? Так, давайте, миленькие мои, давайте, кто-то заспамьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Не? Не? Ладно, полетели, ребята, значит, в пустыню. Где я, кстати? Ага, значит, нам туда нужно, да? Значит, нам нужно туда. Да как меня этот дождь нахрен заколебал? Это просто жуть какая-то. В какой раз он вообще начинается? Би-б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 и. Так, зашибись, полетели, ребята, дальше. А, нет, это не боссик, это не боссик. Опа. Я уверен, что вот эту фигню мы не открывали. Да, да, не открывали. Так, так, так. Так, что у вас тут будет? Ой, ой, охренеть просто. Ой, как много всего интересного. Так, ладно, ладно. Значит, у нас где-то вот там пустыня, да? А, давай. Ой, как много всего нам выпало просто. Ой! Даже не знаю, что сказать, ребята. Офигеть просто. Так, вот, кстати, вот тут в этого кузнеца-мудреца что-то может быть, но я не хочу туда. Вот пускай это останется загадкой. А что у него там? А вот не знаю. Пускай будет загадкой, да? Полетели, ребята. Вот там еще одна деревня, нифига себе. Опа, опа, опа. Я уверен на миллион процентов... Опа, лаки-блок. Я уверен на миллион процентов, что тут ни черта не будет, ребята. Так же, как в предыдущем... Вот это, предыдущий сокро... Я тут уже был? Ребят, я тут уже был? А шо вы молчите? Ну, в смысле, что вы мне ничего не говорите? То, что, мол, Эдисон, ты уже тут был, зачем ты туда идешь, а? Вот, мне интересно, был ли я тут... Добывал ли я вот этот лаки-блок? Мне кажется, почему-то да. Поэтому, наверное, полетим мы дальше. Добывал? Да. Офигеть, я даже не помню то, что я тут был, но да ладно. Так, значит, ребята, летим в другую сторону, вот сюда. А попробуем добыть, найти хотя бы еще немного лаки-блоков. О, кстати, Вулкарона, ну, в смысле Ларвеса, первая ее эволюция. Там ничего нету, полетели. Вот сейчас тут Гроудон заспавится, ребят, вообще без проблем, как бы, смотрите, вот прям сейчас, опа, и Гроудон. Я такой потом, о, Гроудон, а у нас нету мастербола, поэтому пошел в задницу Гроудон, да, и всякое такое. Но, так как он не собирается спавиться, вы что, издеваетесь, тут вот это все, что тут, это вся пустыня, как я понял, да? Это вся пустыня, да, как я понял? Просто офигеть. Так, ну тут хотя бы еще что-то будет, пожалуйста. Скажите, что тут еще что-то будет. Нет, вы что, да вы издеваетесь. О, боссик зато. Зато есть небольшой боссик. Иди сюда. Вот так тебе, Бася. Вот, Басяндрик, идеально. Просто идеально. Так, вот так, да. Мы, конечно, его закукошили, но с него такая фигня выпала, которая вообще нам, в принципе, не нужна. Ладно. Пускай будет. Опа. Ой, так какое эмполе? Не хочу я на эмполе насадиться. Так, заберем на всякий случай. Опа, видите, не подвело, нас не подвело. Вот сейчас выкинем на всякий случай. Опа, опа, так. Ой. Да твашу мать, только не наковальня, только не наковальня. Повезло, да. А, повезло мне с наковальней, если честно. Ну да ладно, давайте отправимся вот сюда. И сейчас, ребята, сейчас попробуем купить. Хватит? Да вы издеваетесь. Ладно. Не хватает два. Вот, не хватает двух. Так, ладно, отправляемся за 10 железом. Нам нужно, ребята, ровно 10 железа. Ровно. Так. Да. И потопали отсюда. Потопали обратно. Опа! Фух. Сейчас у нас будет мастербольчик, сейчас у нас будет Артикуна просто. У-у-у-у. Как будет круто. Так, давайте, ребят, давайте. Опа! Вот так, да? Да, и покупаем мастербол. О, офигеть, просто вот.
просто офигеть. Так, мы, конечно, еще сможем сразиться с командой R на всякий случай, на всякий пожар, да? Может, мы их сможем как раз победить в этой серии. И потом отправимся спамить Артикуна. Мадам, мы вас уже задрючили, простите, второй раз не хочу. Сейчас ваша очередь, готовьте пуканишку. Так, сейчас. Это, кстати, не Шайни был Магби. Вряд ли это был Шайни Магби, ну да ладно. Так, ребята, придерживаемся прошлой серии. О, только знаете, что нам нужно? Знаете, что я забыл, ребята? Я забыл взять Макс Ревайв. В прошлый раз Ревайв нас очень спас. И тогда, в прошлый раз, у нас был обычный ревайв. Сейчас мы возьмем два Макс Ревайва и возьмем... Что бы нам взять? Хайпер Поушен. И Супер Поушен давайте возьмем, на всякий случай. И пойдем, ребят, надеюсь, то, что я смогу затащить. Потому что нам еще сегодня Артикуна спавнить, нужно отпраздновать. Поэтому давайте попробуем зафигачить вот эту мадаму новенькую. Здрасте. Так, вы тоже на меня не смотрите, пуканишки мелкие. И давайте, ребят, попробуем зафигачить вот эту мадам 75 уровня. Ой, 70 мы уже выиграли, конечно. Хоть сейчас 75, я не знаю. Какую же, не хочу же. Так. Нормально, она нас даже не бьет, ребята. Так, Эмполион. Шайни Эмполион 75 уровня, какой нафиг Шайни Эмполион? Так, мы убили Бедрила, значит, получается сейчас 6 на 7. Точнее, 1, 2, 3, получается 5 на 6. Фу. 5 на 6, но тут Эмполион. Эмполиона я никак не смогу убить водным покемоном. Нужно брать Забдоса. Постараемся хотя бы. Забдос, ты там, конечно, поаккуратней. Вот, замечательно. Живи. Так, фу, 4 на 6, ребята. 4 на 6. Так, 4 на 6. Тайфлоужен. Нормально. Тайфлоужен это огненный, значит берем водного, Вапуриона. Давай, тихо. Давай гидропамп. Да. 3 на 5, 3 на 6. Райчу, это электрический. Электрический против Вапуриона это жопа. Поэтому нужно менять Вапуриона на какого-то другого покемона. Допустим, Серпериора. Нормально. Давай. Серпериора гигадрейном. Такой себе, конечно, но все же можем посоревноваться. Давай, гигадрейн. Еще разочек. Давай, да. 2 на 6, ребята. 2 на 6. Давай. Лечись. Так, ладно. 2 на 5. Арбок, мне кажется, Вулкарона справится отлично. Давай. Так, Вапорион. Лукарио. Мы сейчас еще продуем, ребята. Так, последний. Гипно! 75-й гипно. А вот гипно нас может закукошить. Давай, Лукарио, пожалуйста. Так. Так, замечательно. Фух. Стараптор, пожалуйста, я тебя прошу. Давайте на всякий случай статус Restore. Нет, статус Battle Items, нет, вот это. Макс Ревайв Забдоса. Стараптор у нас сейчас спит, поэтому давайте берем Забдоса. И Забдос тащи. Тащи просто. Да! Фух. Рычаг и 5 камней эволюции. Водный, электрический, офигеть, вот это нам пригодится. Так, а вот это можно выкинуть, что можно выкинуть? Вот это и вот это. О, и ставим рычажок. И откроем его в следующей серии. Мадам, простите, вы были хорошим тренером, но... Так, потопали домой. Ребята, просто, я сейчас это, я не знаю, что мне с этим дождем делать, это просто жесть какая-то. Ну зато мы затащили, ребята, с чем я вас сейчас прямо и поздравляю. Так, это можно сюда поставить, это тоже можно сюда поставить. Потом темочки сюда. Потом сюда. А камни эволюции, я не знаю, где у нас, если честно. Вот, можно тут что-то выложить, да? И вот тут у нас тоже камни эволюции должны быть. Вот так, потом так. Да? Да.
И где у нас Рар Кенди, я не помню. Рар Кенди, да, Рар Кенди у нас вот тут. Потом, потом это вот сюда. И, кстати, хилочка у нас идет вот сюда, хилочки идут вот сюда. Сюда идут у нас всякие различные шапочки. И еще одна хилочка у нас идет, да, в принципе, вот сюда. И сейчас, ребята, мы еще пойдем Артикуна словим. Так. Вот, вот, вот так. Фу, ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы? Артикуно. О, сейчас у нас будет еще один легендарный покемон. Фу, ребят, вы готовы? Давайте. Фу, давайте вылечим сначала. Поке. Поке хил. И вставляем. Ну, в смысле, орбу в алтарь. Фу, и он сразу нас напал. Давайте попробуем потратить немного квикболов. Может, мы сможем словить Артикуно обычным. Обычным болом. Что, в принципе, очень как маловероятно, да? Но все же. Прикиньте, мы реально словим Артикуно обычным болом. Получается то, что мы просто сохраним мастербол. Это просто будет идеально. Давайте, ребята, квикбол. Давай, давай еще разочек, еще разочек, еще разочек. Давай, квикбол. Я, конечно, не хочу тратить много квикболов на Артикуну, но все же, это будет идеально, если мы его сможем словить. Квикбол. А почти, я уже думаю, нифига себе. Так, и давай, ну давайте, ладно, давайте. Давайте еще разочек. Потом пойдем заберем команду. Он нас убил. Ладно, ладно, давай мастербол и все. Фу, один орет как сумасшедший, другой орет как сумасшедший, жопа какая-то. Так, все, 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 уходи, давай, уходи, уходи. Ребята, поздравляю, поздравляю вас с новым легендарным покемоном. Это прям, ух, как супер. Ребята, идем домой быстренько. Home, где у нас home? Вот home у нас вот тут. Удаляем вот это, идем сюда, забираем наших покемонов, забираем, потому что реально нужно их забрать, идем сюда, потом опа, опа, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И, в принципе, ребята, мне кажется, то, что на этом уже сейчас можно будет заканчивать, серия уже длится больше, чем полчаса, мы победили очередного помощника. Помощника. Вы видите, ребята, то, что я уже даже заговариваюсь. Никакого помощника не существует. Мы убили очередного помощника команды R. И, конечно же, словили Артикуна. Чем это нехорошо? Ребята, большущие спасибо вам за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх на вот этой серии. Если хотите больше серий с покемонами, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. И также, ребята, пишите в комментарии, хотите ли вы видеть новые серии с покемонами или же нет. Я еще раз вам скажу большущие спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.